Друзья, в РДМ Импорт мы проводим розыгрыш. В период с 15 октября по 15 ноября при покупке любого автомобиля в нашем автосалоне в кредит вы получаете возможность выиграть 400 тысяч рублей. Подробнее об условиях акции смотрите по ссылке. Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import, и вы смотрите первый видео авторынок. Если вы еще до сих пор на нас не подписались, рекомендуем это сделать. На канале много полезного и интересного обо всем, что касается выбора и приобретения подержанных автомобилей, в том числе и обзоры, сравнительные тест-драйвы и обзоры техплана, где мы детально разбираем особенности тех или иных моделей в БУ-виде, рассматривая их на подъемнике. Ну а если вас заинтересовали наши вакансии или автомобили в наличии, все это вы можете обнаружить по ссылочкам в описании. Так что переходите, смотрите. Сегодняшний наш гость на подъемнике – это автомобиль, мало того, что не совсем форматный для нашей компании, так еще и достаточно редкий. Эта машина находится где-то на границе классов. Это уже не внедорожник, но чуть больше, чем кроссовер. Причем машина имеет 3 полноценных ряда сидений, а 7-местных автомобилей на рынке на самом деле не так много, если вести речь про машины с полноценным 3-м рядом. Плюс к этому, в отличие от продукции лидеров сегмента, таких как, например, Toyota или прочие японские автопроизводители, эти автомобили достаточно серьезно теряли в свое время в цене. И на вторичном рынке такие авто можно купить за вменяемые ценники. О том, про что следует помнить, выбирая подержанный Ford Explorer 5, сегодня в выпуске. Пятое поколение Ford Explorer появилось в 2010 году. Эта машина – настоящий долгожитель конвейера. Выпуск продолжался 9 лет. Причем с 2013 года сборку этих автомобилей по полному циклу наладили на заводе в городе Елабуга. Рестайлинг эта машина перенесла дважды в жизни – в 2014, 2015 и 2018 годах. У российского потребителя не было большого выбора силовых агрегатов, да его здесь не было в принципе. Обе V-образные шестерки объемом 3,5 литра в атмосферном и в турбированном варианте были доступны для покупки в России. Атмосферник выдавал 294 лошадиные силы, после рестайлинга 249 налоговыгодных лошадей, ну а турбоагрегат развивал 360 сил. На рынок США эти машины поставлялись еще и с младшим двухлитровым двигателем с турбиной на 240 лошадей. Однако у нас таких автомобилей не было. Коробки передач у Explorer только автоматические, а по типу привода в основном 4WD, но на рынок США поставлялись и моноприводные варианты, причем монопривод – это передняя ось. Сегодня у нас на обзоре машина 2015 года выпуска. Здесь те самые 249 лошадиных сил, атмосферник, 3,5 литра, 6-ступенчатый автомат и 4WD. Пробег автомобиля 159 тысяч километров. К пятому поколению Ford Explorer лишился рамы, так что теперь, по сути дела, это кроссовер. Но кроссовер поистине исполинских размеров. Длина этого автомобиля 5 метров ровно, ширина 2 метра, а высота 1,80 м. Колесная база здесь 2,86 м. Снаряженная масса 2400 кг, а максимально разрешенная полная масса под 3 тонны. 2 тонны 930 кг, если точнее. Что касается толщины лакокрасочного покрытия, то на Ford Explorer на самом деле в микронах окрас толще, чем мы привыкли видеть, например, на японских или корейских автомобилях. Разброс показаний толщиномера для заводской краски здесь лежит в диапазоне от 120 до 160-170 микрон. Нечто подобное мы можем наблюдать и на третьих фокусах российской сборки. В том, что касается стойкости кузова коррозии, у пятого Explorer все в порядке. Эти машины отнюдь не торопятся гнить. Но есть кузовные вопросы немножко другого характера. Первый из которых, при том, что кузов несущий, ему недостает жесткости. В основном это проявляется, когда электропривод крышки багажника, если, конечно, в комплектации он есть, не в состоянии закрыть крышку при постановке автомобиля на перекос. Из этого же вытекает и следующая проблема, которая, справедливости ради, попадается и, например, на Lexus RX второго поколения. Это проблема с лакокрасочным покрытием в районе стыковочных швов боковины и крыши кузова. В этих местах нередко трескается лакокрасочное покрытие, а в самых запущенных случаях дело может дойти и до попадания воды в салон. Поэтому на всякий случай при осмотре автомобиля, особенно если на нем большой пробег и ему уже очень много лет, обратите внимание на эту проблему. Передняя оптика, как и на большинстве современных машин, у пятого Explorer
пластиковые фары достаточно быстро затираются и мутнеют. Время от времени их приходится освежать профилактической полировкой. Но практически все владельцы подобных автомобилей отмечали еще и довольно слабый головной свет. В этом машина чем-то сродни Nissan Murano в 51-м кузове. Правда, у Murano линзы выгорали со временем, а у Explorer многие владельцы занимались переоборудованием световых приборов уже сразу после покупки. Что касается салона и бортового электрооборудования, здесь можно отметить пару вещей. Во-первых, Ford Explorer у себя на родине, для которой он, собственно, и разрабатывался, никогда не относился к премиальным изделиям. Соответственно, и качество исполнения интерьера здесь вполне себе добротное, но без претензий на роскошь. Пластик в автомобиле везде мягкий, где можно, также присутствует у нас отделка кожи. И к услугам водителей и пассажиров неплохой набор опций, включая, например, электрические регулировки обоих передних сидений, подогревы и так далее. Причем все бортовое электрооборудование у Explorer, как правило, функционирует без нареканий долгое время. Нет здесь ни характерных проблем с подрулевым шлейфом, ни проблем с климатической установкой и подобных вещей. Единственное, что на автомобилях до рестайлинга, особенно первых лет выпуска до 2012 года, были проблемы по части тормознутости мультимедийной системы, которую на машинах обновленных уже доработали. Тем не менее, на всякий пожарный, как говорится, случай, покупая подержанный Explorer, обязательно проверьте работоспособность всего, что есть на борту, до, как говорится, последнего стеклоподъемника. Под капотом большей части Explorer на российском рынке будет стоять именно атмосферный вариант. Это 3,5-литровая V-образная шестерка, здесь 249 лошадиных сил, что, кстати, обуславливает низкую ставку транспортного налога. Но это на машинах с 2015 года. Более старые Explorer будут иметь 294 лошади. Этого двигателя большому кроссоверу вполне хватает. С нуля до сотни эта машина разгоняется за 8,7 секунды, что очень даже неплохо с учетом массы автомобиля. А максимальная скорость здесь 183 км в час. У этой шестерки алюминиевый блок цилиндров. Здесь по два распредвала на каждую голову. Фазовращатели только на впуске и самый обычный распределенный впрыск топлива. Гидрокомпенсаторов зазоров клапанов у этих моторов нет, и по регламенту регулировка зазоров осуществляется раз в 100 тысяч километров пробега. Из особенностей этих двигателей цепной газораспределительный механизм. Цепи довольно выносливые и выхаживают за 200-250 тысяч. Но до этого пробега, как правило, приходится столкнуться с заменой натяжителя цепи. На необходимость замены укажет появление характерного звона при запуске двигателя. Происходит это, как правило, на пробегах около 100-120 тысяч. И на пробеге до 150 крайне желательно поменять помпу. Дело в том, что на этих двигателях помпа приводится не отдельно, а от общей цепи газораспределительного механизма. По сути дела, она представляет собой одну из звездочек. И в случае, если помпа вдруг заклинит, последствия для всего механизма ГРМ могут быть печальными. Вполне вероятен перескок цепи и, соответственно, встреча клапанов с поршнями. Поэтому до данной проблемы лучше не доводить. Но в том, что касается поршневой группы, эти моторы молодцы. До капремонта они способны проехать свыше 500 000 километров, причем делают это на регулярной основе. Если же вы заметили на своем эксплорере увеличивающийся расход масла, скорее всего, проблема кроется в маслосъемных колпачках. После 150-160 тысяч километров они вполне могут подсохнуть. Но каких-то суперкритичных изъянов по данным двигателям нет. Что касается коробок передач, на эти автомобили устанавливались только автоматические коробки, вернее коробка. Она здесь одна единственная. Это КПП носит индекс 6F50. Компания Ford разрабатывала ее в сотрудничестве с General Motors. Шестиступенчатый автомат классической конструкции и классической же надежности на самом деле. Коробка способна держать до 500 ньютон-метров крутящего момента. И когда она соседствует с атмосферным двигателем, ей по большому счету мало что угрожает. Ее ресурс это 250 плюс тысяч километров пробега, но только при условии регулярной смены масла. Осуществлять эту процедуру нужно не реже, чем раз в 60 тысяч километров, поскольку, как любой современный автомат, этот
крайне любит пользоваться блокировкой гидротрансформатора, что, соответственно, приводит к физическому износу накладок и загрязнению масла в коробке продуктами их износа. Если не менять жидкость по регламенту, то со временем это приведет к тому, что каналы внутри управляющего гидроблока коробки забьются и упадет давление в системе, что повлечет за собой и износ втулок в КПП, и проблемы с маслонасосом. Но, повторимся, у адекватных водителей, которые имеют привычку обслуживать машину, коробка будет ходить очень и очень долго. Кстати, что касается полного привода, автомобиль лишился не только рамы, но и понижающей передачи, а также блокировок дифференциалов. Ничего этого здесь больше нет. Внедорожный арсенал ограничивается электроникой, которая будет вам помогать при помощи тормозной системы, подтормаживая буксующие колеса. Все это дело управляется при помощи шайбы, позволяющей переключать настройки работы системы в зависимости от условий движения. Что-то подобное мы видели в виде системы Terrain Response на Land Rover'ах тех же лет. Ну а задняя ось здесь в работу подключается при помощи муфты Haldex. Кстати говоря, масло в ней также нужно менять, и интервал замены это около 30 тысяч километров пробега. Что касается ходовой части Эксплорера, то по своему конструктиву передняя подвеска у этого автомобиля типа Макферсон, а сзади здесь многорычажка. Подвеска комфортная и в меру крепкая, но не обошлось без слабых мест. А к слабым местам на этом автомобиле относятся такие позиции, как, например, опорные подшипники передних стоек. На тяжелом внедорожнике, да еще и с низкопрофильной резиной, ресурс опорных подшипников вполне может сокращаться до 60 тысяч километров. То же самое касается и стабилизатора поперечной устойчивости, втулки которого требуют замены раз в 50-60 тысяч километров, а стойки стабилизатора на плохих дорогах могут попроситься на замену и после 30. Правда, детали эти не особо дорогостоящие и не так сложны в замене. Зато, например, шаровые опоры, амортизаторы и сайлентблоки в рычагах способно живут свыше 100 тысяч километров пробега. Кстати говоря, шаровая в нижнем рычаге выполнена с ним заодно, так что менять вам придется весь рычаг в сборе. Шаровую отдельно вы здесь никаким образом не замените. Что касается рулевой рейки, самого дорогого компонента любой ходовки, то у Explorer с ней связан один довольно-таки критичный момент. При осмотре подержанного автомобиля обязательно проверьте, чтобы пыльники на рулевой рейке были целые, а хомуты надежно их фиксировали. В случае с оригинальным креплением этого зачастую не происходило, что приводило к попаданию внутрь узла влаги и грязи, и как следствие внутри рейки развивалась коррозия. Естественно, подобные процессы, как правило, приводили к замене всей рейки целиком. Так что при осмотре подержанного Explorer на рулевое управление особое внимание. Ресурс рулевых наконечников и тяг, кстати говоря, это что-то около 50-60 тысяч. Что касается задней подвески Explorer, то здесь многорычажная схема. На каждую сторону приходится по 4 рычага. Соответственно, сайлентблоков здесь много, и состояние всего этого хозяйства при осмотре подержанного авто лучше проконтролировать. С задней подвеской Explorer, по сути, связан только один момент, который был в свое время устранен по гарантии. Под отзыв попало, причем достаточно большое количество выпущенных машин с 2012 по 2018 год. А меняли им не что иное, как тяги схождения, ставя взамен оригинальных ревизионные элементы, более прочные по конструкции. Также имейте в виду, если вы практикуете чрезмерно активный стиль вождения, то большой и тяжелый Explorer будет периодически спрашивать у вас замену тормозных дисков и колодок. Причем, чем быстрее вы будете на нем ездить, чем чаще пользоваться педалью тормоза для замедления с больших скоростей, тем чаще вы будете менять колодки и диски. Ресурс колодок в некоторых случаях сокращался до 15 тысяч километров пробега, а диски жили не более чем 30-40. Зато к вопросу о коррозионной стойкости кузова. Пробег этого автомобиля 159 тысяч километров, машина 2015 года, но при осмотре снизу следовые количества налета можно обнаружить разве что на выхлопной системе и на черном металле элементов подвески. А вот то, что касается состояния днища и порогов этого конкретного автомобиля, здесь вопросов нет. То же самое касается и всего района усилителя заднего бампера.
Общие выводы по пятому Explorer как по модели будут следующие. В активе у этой машины очень хорошо сопротивляющийся ржавчине кузов, причем кузов большой и вместительный. Здесь полноценные три ряда сидений, причем третьим рядом могут пользоваться и взрослые люди, достаточно крупной комплекции. У этой машины хорошие двигатели, простые по конструкции и надежные. Кстати, производитель допускает использование здесь 92-го бензина, но в наших условиях все же предпочтительнее использовать более высокий октан. Нет вопросов по надежности и к коробкам передач при должном уходе и обслуживании. Неожиданно, но и проблем с бортовой электроникой машина не подкинет. Ну а что касается ходовой части и небольшого ресурса некоторых ее компонентов, относящихся по сути дела к расходным материалам, то все-таки возможно лучше раз в год обновить ходовую часть, чем один раз хорошенько откапиталить двигатель. На сегодня это все. Если обзор вам понравился, оказался чем-то полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите, какие машины вы хотели бы видеть на подъемнике в будущем. Ну а если у вас был или есть подобный Explorer, на котором вы катаетесь уже давно и вам есть в чем нас поправить и чем дополнить, пропишите все в комментариях. Людям, которые думают о покупке подобного автомобиля, ваш комментарий может помочь определиться с выбором. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр и до новых встреч на канале. Пока!